песни и пляски погранвойск Украины Григорий Пономаренко проработал 10 лет. С ним встретил и прошел всю войну с первого до последнего дня. Нелегки были фронтовые дороги. Многое увиденное и пережитое тогда отражалось в музыке композитора, в его песнях. Потом, много лет спустя, зрелый мастер в своем творчестве не раз будет возвращаться к теме войны. Я приглашаю на сцену хор «Либертатор». Слова Вячеслава Чурсова «Русские матери». Концертмейстер Максим Паргачев. Работал солистом-баянистом в Народном оркестре имени Осипова в Москве. Руководитель Волжского русского народного хора. Народного хора Дворца культуры Волгоградского тракторного завода. В последние годы жил и работал в Краснодаре. Григорий Пономаренко писал музыку в разных жанрах. Есть у него концерты для баяна, концерты для домры с оркестром. Оратория для смешанного хора с оркестром, духовная хоровая музыка, музыка к спектаклям, но именно в песне. В
воплотился во всей полноте лирический талант композитора. Именно песня стала настоящим призванием Григория Пономаренко. «Клен ты мой опавший» — слова Сергея Есенина. Исполняют лауреаты международных и всероссийских конкурсов Лариса и Дмитрий Покровские. Основой любой песни считаю стихи. В них уже заключена мелодия. Дело композитора ее увидеть. И если она близка его творчеству, его чувствам, дать ей возможность зазвучать. Много разных и замечательных поэтов были соавторами Григория Пономаренко. Но поэзия Сергея Есенина была особенно близка композитору. Вслед за Есениным он мог бы сказать о себе: «Я сердцем никогда не лгу». «Пускай ты выпита другим» — слова Сергея Есенина. Исполняют Лариса и Дмитрий Покровские.